Специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка – это брюки. Друзья, вы знаете, брюки лишними не бывают. Особенно хорошо сидящие на любой фигуре. Бесподобный идеальный крой, который подходит каждый из нас. Брюки называются «Дельфина». 999 они стоят рублей только сегодня. Представит нам брюки маэстро, звездный эксперт Микола Комендров. С чего начинается ваш гардероб? Конечно же, с базы. Поэтому брюки «Дельфина» сегодня от бренда «Благов» стали главным предложением дня. Брюки поставлены на эластичную резинку, что дает возможность быстро сконтактировать с вашей талией. А шлевки обеспечат возможности их сделать офисными, подобрав под них ремешок. Гульф у нас не функциональный, что обеспечивает тоже удобность в паховой зоне. Функциональные карманы, имитация карманов по ягодицам и откладная кокетка по крестцовой части для удобства и комфорта посадки на ягодицах. Пластичные материалы, высокая посадка и базовые оттенки цвета. И не только базовые оттенки. Да, я уж сразу здесь присела, чтобы показать, что они еще и очень удобные. Микола, ты опять танцуй. Бейонсе показывала? Да, давайте посмотрим, какие еще цвета мы сегодня можем подобрать для себя. Голубой цвет Микола вам предлагает. Для лета хорошо подходит. Оттенок перванж голубой. Можно выбрать для себя красивый, элегантный бордовый цвет, цвет марсалы. Изумрудный оттенок зеленый будет в заказе. Красивый кофейный оттенок, он называется холодный лед, фраппучино. Синий цвет и классический черный. Черный идет у вас в корзину первым, вторым идет синий, потому что это две классики для офиса. А дамы, которые не имеют границ в своем офисе, то есть можно в любом цвете быть, тогда для вас коричневый, изумрудный, бордовый и синий. Микол, ну это палочка-выручалочка, это те самые базовые брюки, которые мы чуть ли не каждый день надеваем. Конечно же, нужно брать две штуки. Минимум 999 рублей. Цена позволяет, да? Смотрите, сегодня действует максимальное снижение цены. Только на один день успейте заказать свой необыкновенный оттенок. Ну а с размером сейчас поможем. Размер выбирайте четко, потому что это бренд «Благов». Бренд, который впервые в России перестроил лекала и создал вторую полноту. То есть это брюки, которые идеально подходят для дам, у которых фигура отклонена от нормы, то есть уже в пользу поправившейся форм, поэтому данное предложение будет сидеть идеально. Сейчас вы видите на бордовый цвет на нашей Анне 52-м. Также здесь у нас с вами устремился бежевый цвет в 50-м размере на Евгении. И 50-й размер представлен у нас с вами в черном цвете на Нике. Ну, а наша императрица почему-то выбрала для себя не бордовый, а синий цвет. Ты меня удивляешь. Ну, так захотелось мне сегодня поиграться немножко с цветом. Так, друзья, смотрите, вы сегодня можете выбрать сразу два оттенка. Не забудьте, что цена 999 рублей, а не 5000 рублей, как это бывает в ваших ближайших магазинах. Причем цена у нас зафиксирована на все цвета и на все размеры. Знаете, вот я когда с утра собираюсь на работу, с вечера никогда вещи не готовлю и всегда за это себя ругаю, потом опаздываю на грим. Открываю гардероб, и начинается головоломка. Так, блузу вот эту надену, она приятная по тактильности. Хорошо, какие брюки подобрать? И тут начинается, эти не подходят, те не подходят, в этих неудобно. Вот эти брюки, я говорю, прям как палочка-выручалочка. Они же классические, правильно? Я, например, их представляю, Микола, с любыми элементами своего гардероба. Как стилист, как считаешь, согласишься со мной, а? Да, на 90% ваш гардероб всегда должен состоять как раз-таки из базовой одежды. Что такое базовая одежда? Одежда, которая не имеет акцентных рисунков, не имеет акцентных деталей, а только классический крой. В данном случае он немножко видоизменен. От классического здесь есть только имитация гульфа, резинка пришла от спорта, и от классики пришли шлевки. Обожаю, когда все-таки в брюках пришиты шлевки. В последнее время современные дизайнеры почему-то их забывают делать, а ведь они нужны. Не всегда резинка может полностью прилегать к фигуре, а хочется, чтобы было плотнее. Добавить ремешок. Плюс, когда вы пододеваете блузу, чтобы отделить именно очертания блузы от брюк, шлевки помогают. Поэтому выбирайте для себя базовые вещи, они более универсальны, потому что дружат с любой частью гардероба. Ну а пластичность, видите, как они отскакивают.
палочка-выручалочка, которую вы сегодня приобретаете, вспомните. Наверняка у вас есть классического цвета белая блуза, которую идеально будет сочетать с нашими брюками. Может быть, повседневный стиль. Посмотрите, как идеально впишутся брюки дельфина в ваш повседневный стиль. В любом случае, эти брюки будут пользоваться популярностью в вашем гардеробе. Они не будут висеть и ждать своего часа. Вот увидите. 999 рублей цена действующая только сегодня. Это самая выгодная покупка только одного дня. А еще знаете, что я хочу вам показать? Хочу, чтобы сейчас была тишина, гробовая тишина в нашей студии. И мы сейчас с вами, девчонки, кто сможет, ну ладно, давайте я одна, а то, девочки, вы редко присаживаетесь, я сама это сделаю. Давайте послушаем эти брюки. Если они при резком присаживании не треснут, это действительно классные брюки. Раз, два, три, хоп! Коленки чуть-чуть захрустили, чуть не упала, но ничего. Встаю. Знаешь, Микола, очень часто брюки трескаются не по швам, а сама ткань, она сильно натягивается, особенно костюмная. И при резком присаживании она, к сожалению, трескается и рвется. Да, здесь у нас с вами пластичный материал, крепдышин, очень гибкий и пористый, что дает возможность как раз-таки этому материалу еще дышать. А значит, мы можем их носить все 4 сезона. Мы будем носить их летом, мы их будем носить весной, будем использовать в качестве смены части брюка именно и осенью, и зимой. То есть эксплуатация их будет на все 4 сезона. То есть цена состоит из 3 цифр, а носить будем 4 цифры. Ну что ж, отлично. То есть у нас надежность, да, приобретается, да, за 999 рублей. Мне нравится, что материал точь-в-точь как костюмный, да, но сразу такой благородный, да, вот на выход тоже можно надевать эти брюки. Но он прекрасно тянется, он подстраивается, да, под любые телодвижения. И возвратный эффект, видите, они встают в обратную, то есть очень удобно. Нежный голубой оттенок у меня, цвет перванж. Бордовый. Красивый, элегантно пеняющий бордовый. Коричневый, кофейный оттенок. Кофейный при заказе. Синий цвет представлен. Да. Черный и зеленый. Зеленый. 999 рублей стоят брюки дельфина. Цена действует только сегодня. Идеальная посадка. Высокая, кстати, посадка. Об этом тоже хочу вот пару слов сказать. А то вечно, знаешь, заниженная талия, из-за этого животик все время выпячивается. Да. И сверху балахонистые вещи приходится надевать. Да, для того, чтобы не носить балахонистые вещи, как раз-таки высокая посадка даст возможность носить более прилегающие образы. Выбирайте для себя лучшие. Те брюки, которые вы будете носить, а не которые будут висеть в гардеробе, всего 999 рублей.